Всем привет, с вами Дел, сегодня мы начинаем проходить Unmechanical, и это будет наша первая игра на нашем канале в жанре пазл, а точнее physics пазл. То есть она основана на физике. Это будет, по-моему, очень таки интересно, тем более экшен уже задолбал, так что немножко такой размеренного летсплейчика нам не помешает. Тем более я очень много слышал об этой игре, она очень интересная и доступна в Steam. Ну и стоимость у нее, конечно, такая небольшая, но она того стоит, как говорят. Поэтому сразу же перейдем к делу. Да. Я немножко поиграл, чтобы просто посмотреть производительность. Все в этом духе. Ой, как мило. Травка. И какие милахи. Офигеть. Я их уже обожаю. Ой. Они... Вот сволочи, даже не заметили, а. Куда же, интересно, мы таки падаем. Очень глубоко под землю. И, собственно, уже начинаем. Согласитесь? Он миленький. F1. Окей. Окей. Так. Так, вот так вот летаем. Так, мы притягиваем. Ну, по-моему, это просто. Ага. Надо привыкнуть, что здесь вид сбоку. Здесь не все видно. Так, давайте пока попробуем пока что. Давай. Уа! Все-таки какой миленький. А музыка, послушайте музыку, ребята, она офигенная. Ой, по-моему, я застрял. Музыка, саундтрек просто офигенный. Я им... Ай, ой, ау. Я ему, думаю, шишку набью в скором времени. Уи. Так. Это нам надо, по-моему, убрать, да? Ладно. Первые головоломки. И пока что ничего хорошего у нас не получается. А нам же даже вниз, по-моему, не надо. Да? Рычаг. Ага. Рычаги открывают двери. Надо запомнить. Так. Какая-то штуковина. Ладно. Ага. Я могу через нее проходить. Отлично. Игрушка, кстати, сделана на Unreal Engine 3. Поэтому выглядит она офигенно. Оп. Клево. И она... По сути, очень интересная и... Интуитивное у нее управление. Очень... Такие интересные загадки. Все с... О. Видели? Видели это? Там пролетел кто-то еще фиолетовый такой. Все загадки разгадываются либо интуитивно, либо придется поднапрячь мозги, но все равно это очень интересно. Не так напрягает, как там в некоторых там квестах. И в чем-то в этом духе. Да и управлять можно этой... Этим милым созданием одной рукой. Оп. И чего нам здесь надо делать? Какой-то шарик наверху. Я его поймать не успею. Давайте-ка его попробуем. Вот так вот. Опс. И вот так. Оп. О, у нас теперь есть красный шарик. Что нам это дает? Не знаю, но я возьму его с собой, мне он нравится. Ага. Начнем сюда. А, вот и кнопка. Да, я не заметил просто сразу. Извиняюсь за это. Еть. Опа. Не согласитесь, этот робот просто офигенно милаха. Еть. Еть.
По-моему, это круто. Очень хорошо выглядит. Мне нравится. Оп. Ну, пока что у нас все просто. Так, снова эта зеленая херь непонятная. Лампочки. Так, как я понимаю, нам нужно эту штуку дернуть, да? Музыка, по-моему, да, сыграл какая-то. Ага. Нам нужно, скорее всего, это повторить. Здесь. Здесь. И, по-моему, было здесь, да? Я честно не помню. И еще раз. Зеленая. Желтая. Желтая. Красная. Зеленая, желтая, желтая, красная. Я запомнил. Зеленая. Желтая. Желтая. И красная. О, зашибись, продвигаемся. Теперь красная, синяя, зеленая, 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 красно-синяя и три раза зеленая. Это просто. Красная, синяя, зеленая, зеленая и зеленая. Но это было просто. Так, что у нас здесь? Опять штуку дергать. Это что за еще? Тентакля там торчит. Шарик, 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 шарик. Ну ладно, возьмем с собой. Так, куда мы его тянем? На шарик пока посиди здесь. Мне интересно, что у нас тут. А, я туда попасть не могу. А если я засуну туда шарик, что будет? Эй! Верните шарик, пожалуйста. Шарик, меня догоню. Шарик, 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 я иду за тобой. Не кину. Ай, ой. Ау. Ой. Ой, даже в глазах темнеет. Опа. Это у нас там кто был? Хочу посмотреть, кто это был. Ладно. Так. Как я понимаю, нам нужно все красные сделать синими. Кроме одной. Это, по-моему, были кубики. Да, там были кубики. Вот. Какую нам не нужно делать? А, вот это. Вот только, по-моему, им веса не хватает, да? А хотя там же есть балка, да, мы сможем ее сверху положить. Там обожаю эту кубики. Ну, будешь брать, нет? Скорость. И так, и теперь балку надо. Надо бы где-нибудь ее по центру так взять, чтобы она не моталась. Ну да. Легко сказать. Тяжело сделать. Да я профессионал. Так, и сюда. Ладно. Так. Что здесь? Ой. Надо делать. А, видимо, вон там сзади форма есть. Нам нужно в нее ставить вот это вот. Сейчас нужно еще размер подобрать. Блин.
Да ёптить. Ну вообще замечательно. И все. Значит, надо было сразу ее два раза просто тыкнуть и все. Я шизик. Ага. Снова дырка очередная. Угу. А нам сюда. И, видимо, переход на следующий уровень, да. Но этот был уровень коротенький, поэтому запишем сейчас сразу его. Так. Эту штуку, наверное, нельзя дергать. Да, она ничего не делает. Значит, берем шарик и идем дальше. Ух ты ж, как темно. Офигеть. Мне тут не заблудиться было. Смотрите, кстати, смотрите. Слева от моего левого глаза череп нарисован на дереве. Клево. Ну, ладно. То есть здесь можно было сразу вниз лететь. Стоп. Ого. Вот это сердечко. Фига себе, даже как-то не по себе, я вам скажу. И... Вот сюда. Ой, а это что за хрень? Такая. Сюда. Нельзя. Закрыто еще уже три херни таких стоит. Офигеть. Так, нам сюда, как я понимаю, да? Ой, так, а здесь то что делать? Весы. Ага, нам нужно подобрать из четырех этих штуковин так, чтобы они вместе потом дали нам пройти. Окей. Пробуем так. Отлично, проходим. Так. Здесь что нам нужно делать? Такая машинария, да? Ну зашибись. Отвалился просто. Ладно. Этот камень здесь по-любому зачем-то нужен. Слушайте, а если его сюда положить? Ой, ой, мамочки. Ой, мамочки. Ты куда? Ты куда пошел? Шестереночка, иди назад, я тебя на место поставлю. Ага. Такие это и надо было сделать. Ну ладно. Наверх нам не надо. Значит, сюда. Какие-то грибы. Офигеть. Это что такое? Ага. Какие? Она не закроется сейчас? Так, куда мы тут идем? Куда-то мы определенно идем. Я, честно говоря, не могу сейчас уловить суть происходящего, но... Мы что-то под ней делаем. Ага, эти штуки, значит, крутят их. Ага, и у нас есть лазер. Который, видимо, куда-то надо отправить. А куда его надо отправить? Куда его надо отправить? Ага, судя по трейлерам, его нужно отправить вот сюда. Ну, давайте-ка попробуем. Так, воду-то можно? Нет. Лазер нас не жгет. Хорошо. Так. Сюда. Нет, это не сюда. Нет, что-то тут определенно не то.
тоже что-то не то. Ох ты ж, ёжик. Угу. Так, если теперь ее поставим мы вот под таким углом. Ух ты! Получилось, офигеть. Да я круг. Так, еще одна такая. Но у нас здесь нигде нет лазера, поэтому мы ничего сделать-то и не можем. А вот штука, которая нам нужна. Здесь выход. Окей. Так, ворота открыты здесь. По-моему, мы туда пришли, нет? Так, ладно. Ау. Как мне его все-таки жалко, когда он ударяется об стены. Так, мастер пилотажа. И-и-и. Опа. Вот это тот чувак, который у нас там был. Эй, ты куда? Ушел. Ну ладно. Ай, я думаю, мы с ним еще встретимся. Поэтому не будем унывать. Ой, это что за капец здесь происходит? Так, чего нам нужно сделать здесь? Рычаг. Должен включать, видимо, дверь. Провода разорваны, где еще? Что у нас внизу? Внизу у нас вода. Ну, по законам физики, вода должна замыкать, поэтому давайте попробуем тут камень кинуть, что будет. Ага, поднимается уровень воды. О-о-о. То есть это нам и надо. Да. Так, ну нам, по-моему, двух камней-то и не хватит. Опа. Черт. Перестарался. Да, нам еще порядком не хватает. Давайте посмотрим, где у нас тут еще может что-то заваляться. Угу. Этого я и не заметил. Так. Кубик. Хочу кубик. Опа. Опа. Я профессионал своего дела. Ну вот, по крайней мере, баскетболист из меня херовый. Камни хорошо кидаю, кубики хорошо кидаю, мечи нет. Ну давай, дорогой, катись отсюда. Куда подальше. Давай на перегонки, кто быстрее, кто быстрее. И-и-и, черт. Ну и давайте попробуем сейчас все-таки проверить мою теорию насчет воды. Наш шар. Вот он. Давай, 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 давай. Какой-то он тяжеленький по сравнению с остальным. И не прыгает совсем. Значит, это не мяч. Угу. Отлично. Ворота открывайтесь. Так. Здесь нам куда? Наверх. Окей. Ау. Бедняга. Он ругается даже. Так. Что нам таки сделать? Ага, это портативный излучатель. И... я догадываюсь, что нужно сделать. Так. Нет, сюда. Так, давайте попробуем. О, да. О, да. Контролим. Ладно, контролим, контролим. Есть. Офигеть. Так. Как быть здесь?
нас одна здесь и одна здесь. Ой, что-то я засыпаю, ребят. Так. Попробуем сделать так вот. Это, по-моему, я видел в трейлере. Вот. Ладно, все, эта штуковина. Не плыви, не плыви. Так, наверху у нас все нормально. Теперь еще одну можно сделать. Опа. Отлично. И второй шарик у нас в руках. Замечательно. Какая же таки потрясающая музыка. Ребят, она офигенно. Миленькая такая. Так, давай. Хватай уже. Ну, вот и замечательно. Ну, и на этой прекрасной ноте, на этом прекраснейшем фоне, мы закончим первую серию по Unmechanical. Я надеюсь, вам всем понравится, потому что мне это офигенно нравится. Давно я уже не играл в такие игры. Да. Собственно, я, конечно, никогда не говорил, но это мой любимый жанр. Инди-игры, пазлы и прочее. Очень хорошо помогает скоротать время. Не то, что там всякие шутеры, которые просто задалбливают. А здесь хотя бы хоть какая-то оригинальная идея. Атмосфера своя очень интересная, поэтому я с удовольствием буду записывать и при первой же возможности заливать серии на канал, чтобы вы могли посмотреть это со мной. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока и удачи.